Ребят, всем доброе утро. Вот специально приблизила. Сейчас стану на весы. Шестьдесят и два. Не поправилась, что хорошо. Собралась я к врачу идти. Сделала на всяк пожарный еще вот тест. Сейчас 8 утра, мне на 8:30. Отрицательный. Сегодня 7 апреля. Ну, как бы он уже давно отрицательный, но я решила сегодня еще сделать, чтобы у меня задокументировано это было. Врач уже пришел, но откроет она в 8:30. Видите, написано в пятницу 8:30. Мне как раз на 8:30. Так, ну что ж, ребят, вышла, в общем, иду к выходу, так я правильно хоть пуговицы застегнула. Была я, думала в одной кофточке идти, но нет. В общем, ребят, ходила я к дерматологу, потому что меня начала смущать одна родинка, в общем, как-то мне не очень понравилась, она мне как-то... типа беспокоит, то есть я ей как-то типа чувствую. Она такая посмотрела, говорит: нет, все окей. Так как у меня родинок много, мне пришлось вообще раздеться, блин, да серьезно, трусы и лифчик. Я не планировала настолько раздеваться, капец. Вот. Она меня всю посмотрела. И знаете, во-первых, она тебе сказала, что все ок, ничего такого опасного и серьезного, слава богу, нет. А если я хочу избавиться именно от родинок, то это только к пластическому частному хирургу. Охренеть. Ну, то есть вы представляете, сколько это бабла надо будет? В Израиле-то. А во-вторых, она говорит, ни в коем случае никакому косметологу, никакими прижигающими лазерами, ничего. То есть только вырезание и заживание, и потом остаются рубцы. О, я в шоке. Короче, она говорит... Я говорю, понимаете, у меня вот такие достаточно висячие родинки, и они находятся в таком месте, где постоянно находится бюстгальтер. То есть застегивается бюстгальтер, да, сзади. Лямки вот эти вот. Короче. И распоряжение Макаби и всех остальных, я так понимаю, больничных касс, что они, в принципе... этими вопросами больше не занимаются. Занимается только частный пластический хирург. То есть, если человеку не нравится это визуально, или как-то это мешает, хотя, если честно, одно дело визуально, окей, типа, мне нравится пластическая, там, типа, операция, то все, а другое дело, когда, говорю, понимаете, они мне реально как бы мешают, потому что я вот, допустим, одела бюстгальтер, говорю, посмотрите, они как раз четко находятся на этих линиях, и я же двигаюсь, да, и бюстгальтер в любом случае, он как бы смещается, как бы такое микротрение, и вот я уже так зацепила 2 года назад. Причем, знаете, зацепила на свой день рождения. Офигеть. Не совсем это было прикольно. Море кровищи, блин, было. Сбоку та, которая. Как раз там тоже проходит бюстгальтер. Особенно, если это что-то такое кружевное. Может, знаете, зацепить. Ну, в общем, не есть это прикольно. И новость о том, что только частным образом к пластическому хирургу, и только пластический хирург это может делать, никакой не косметолог, ничего. Потому что прижигание это не значит, говорит, избавление. И неизвестно, как после лазера эти клетки себя начнут вести. То есть сейчас на данный момент типа все хорошо, но как после прижигания себя проявят, никто не знает. Типа поэтому, говорит... Просто косметолог ни в коем случае. То есть только пластическая хирургия. Офигеть. Ну, ладно. Пипец. На генетическом, говорит, это уровне. Типа, в смысле на генетическом? У меня у родителей такого нет количества родинок. Кто меня не видит, говорит, ой, ты, наверное, такая счастливая, у тебя столько родинок.
Могу поделиться своим счастьем. В кавычках. Но на самом деле не надо жаловаться на жизнь, это грех. Поэтому, в общем, жизнь пусть будет прекрасна у всех. Какие у нас на сегодня планы, даже не знаю. Сейчас будем думать с Антошкой. Ребят, хотела вам на Пасху немножко поснимать на Песах в Израиле. Но это русскоязычный магазин, поэтому тут нифига не завешено. Это потом я поснимаю в израильском. Можно, не готов? Ну чё? А какое? Ну, ошеек, наверное. Вот это? Без кости? Шея. Нет, ошеек ищи. Давай твою шею. Да, ошеек, конечно. На шашлык пустим. Ну, килограмм тогда. Ребят, питание, ПП-питание. Антон мне предлагает продегустировать вино. Мне. Ну, да, вы понимаете. Короче, нету моих булочек цельнозерновых. Офигеть, что делать? Что делать? Что делать? Я не знаю. Бородинский, серьезно? 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 Что такое? Нет. Ты у нас по пиву. Я хотела поснимать это. У меня ухо клацает. Пасочки. Ребят, пасочки. Кулич. Я хотела показать, я же говорю, эти молочные отделы, типа, закрытые, но вот в израильских магазинах они закрыты все, а здесь все открыто. Ну, типа, русскоязычный магазин. Так, ребят, гляньте, какая цветущая здесь улица. Но я спать не буду, как ты скажешь? Всем, ребят, занялась бегом, вышла вот на пробежку, зашла, купила кефирчику, ой, в стеклянной таре. Ну, в общем, вы поняли, да? Про стеклянную тару с кефирчиком. Идем мы, короче, шашлык сделать. Мы же туда так, я так понимаю, не отмечали, да? Типа день рождения, Песах. Ну, мы же не были у мамы на день рождения твоей, а? Да, кстати, там одна зрительница писала, чтобы твою маму поздравили с днем рождения прошедшим. Бродяжка Хилл, подписан ник. Вот, она вот просила, чтобы поздравили. Жарко-жарко, через час сейчас консиль закончится. Да, ну, но это тоненько, кофта. Вот, можно зайти, набрать, а он, лень, пижама какая-то, кенгуру. В общем, если что надо, если вдруг замерзла, пришла на мусорке, оделась и нормально. Здесь, в принципе, кстати, ничего такого нет, чтобы взять и поднять. Часто ложат на парапетики вот так, вот комп, но потом... Стоит комп. Какой то комп? Компьютер. Фу, оно что-то воняет. Не, ой, я что-то не... Глянь, там яйца тухлые. Фу, блин, ну что оно так воняет? Фу, боже, фу, давай быстрее, Антон. Ой, ой, у меня сейчас фу, ой. Капец, я думаю, что такое запах, ужас. Ой, фу. Ой. А вот, кстати, вот это вот и есть цветущая магнолия, деревья. Ну, уч, чуть не упала через эти парапеты. Так что мы собрались жарить шашлык сегодня. Съездили там немного на, так сказать, шопинг. Ну, не вещи, а так, в посудной. А вот. Пришли вот так к родителям. Зачем нам взад вниз ходить? Фу, ступеньки. О, Шока пищит. Мы же заезжали, забирали. Шоку. И что такой? И что такой? И что такой? Как это такой?
сжигатель. А вот апельсиновое дерево. Опа, и апельсинчики. Апельсинчики. На полу он валяются. Но они, по-моему, невкусные, да? Это типа как дичка. Они аж горькие. Красиво, но невкусно. Как будто где-то в деревне, да? Какой дворик. Не, раньше мы разжигали не так, и не этим. Простые, берем дрова. Бумага, ну, это угли поджигаешь разжигателем. Не было никакой разжигалки, так, бумагой. Пачки сигарет пустые жри, там мокрые трава, эти бревна. По часу, по два часа мучились. Так, ну что ж, будем, короче, отмечать. Что ты не взял? Ну, я не знаю, ну как-то будет более такое, ну, как бермикс. Решила я корону побеждать короной. Отмечать победу над короной короной. Вот. Правильный способ. Да. Кол-колом вышибать. Да. Не, ну правда уже короны нет, слава богу, но... Ну вот так вот я тебя, отместочка. Может, надо было во время? Во время, слышно, надо, может, было бахнуть. Не помогло бы? Такой вот сок прикольный. Кусочки алоэ здесь. Как будто лед. Там. Там кусочки этого алоэ плавают. Кстати, вкусный, но сладкий очень. Давайте, а ты что в стакан? Ты же сказал без стакана. Это, ж по... это мой стакан! Антон, а, это да? Мой стакан был, там эта штучка плавает. Какая штучка? Там узнаешь. Блин. Или дыни кусок, или кусок алоэ. Ладно, ну давай, хах-самех. Да, хах-самех. Мира с прошедшим днем рождения. Да, и с днем рождения прошедшим, мы ж так и не встретились. Выше уровня. У тебя прилип листик на голове. Да тут он уже не один. Даже подписчики передали с днем рождения маму поздравить. Да. Ну а конкретно бродяжка Хилл. Боже мой. Да. Сегодня передал? Ну она писала в комментариях под тем видео, которое я выставляла, что мы же ходили с Антоном, и когда открытку я покупала, я говорила, сегодня день рождения у Антоновой, у Антоновой мамы, но мы потом не пошли, потому что у меня корона. Сидят они под деревом. Угу. Взял мой стакан. Я сейчас буду ложить. Так, красотень. Так, Света, твой еще. Шкварчит. Так, с крылышки. Ой, дымок. Дымок, дымок, дымок. Ох. За, не зажаривай так сильно. Чересчур. Перша партия. Огурчик. Сливу, да? Так это слива, это не маслина, да? Это сливы такие малые. О, перешли. Добавочные. Блин, это, наверное, уже горячие будет. Тинц. Тинц. Куда вы говорите крылышки? В общем, ребят, сейчас уже утро субботы. Записываю вам. Потому что вчера целый день на воздухе как-то... В общем, выморило меня. Пришла, покупалась и вырубилась. Поэтому не досняла.
таким вот было видео, друзья. Всем большое спасибо за ваши просмотры, за ваши комментарии. Подписывайтесь дальше на мой канал, ставьте палец вверх. И всем пока-пока.